Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Артем Динамик, и это анонс воскресной беседы со мной. Ну что ж, что он из себя будет представлять? Стримить будем на Твиче, и там я расскажу вам о дальнейших планах канала, которые кардинально должны изменить вообще положение канала. Ну, посмотрим, то есть и там же вы сможете выразить свое мнение по этому вопросу, ну и вообще узнать некоторые новости и тому подобное. В данный момент я довольно сильно приболел, поэтому именно на Твиче будет все происходить, объясню очень просто. Дело в том, что на Ютубе стримить часто бывает геморрой, и сейчас я просто не выдержу этих геморроев, и поэтому на Твич там все без проблем. Ссылка на Твич у нас на экране, также она будет в описании. Все действие состоится в воскресенье в 3 часа дня по Москве. После того, как я расскажу какие-то новости, да и прочие интересные вещи, касающиеся канала, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Для этого вам необходимо добавиться в Skype, который вы видите на экране. Вы его добавляете и, соответственно, с самого начала стрима начинаете туда звонить, если у вас есть вопросы. Как только я дохожу до момента, когда я буду отвечать на ваши вопросы, вы, соответственно, в прямом эфире сможете мне их задать. Что ж, надеюсь, что вы будете активными и подготовите каверзные вопросы, на которые с удовольствием отвечу. Вопросы можно задавать абсолютно любые, ну, не загадки какие-нибудь имеется в виду, а, ну, что вас действительно интересует. Отвечу на все вопросы, кардинально честно отвечу, то есть для того, чтобы разъяснить некоторым людям некоторые вещи. Что ж, надеюсь, опять же, вопросы вы зададите, и их будет довольно много. Длина стрима неизвестна, то есть как попрет, может быть, это будет 20 минут, может, это будет 2 часа, кто знает. Ну что ж, всех жду, еще раз повторюсь, в воскресенье в 15:00 по Москве на Twitch'е TheGameSize и в Skype Dynamic Stream. Да, в этом скайпе, это я специально для подписчиков создал скайп, я добавляетесь туда, ну вот, соответственно, если вы меня видите в этом скайпе, можете совершенно спокойно звонить в любое другое время, вот, мы там тоже сможем с вами пообщаться. Ну что ж, дорогие друзья, не забываем подписаться на канал, поставить лайк под этим видео и написать свой комментарий. Еще раз, всех жду в воскресенье в 15:00 на Твиче. Всем пока, друзья, до встречи!